Здравствуйте, друзья! Я на Пхукете. Сегодня 1 апреля. И через несколько минут я отправляюсь в сторону индонезийского острова Бали. Мне нужно добраться за 8 дней, потому что у меня вылет из Бали дальше, мое путешествие. За 8 дней я должен преодолеть 4000 километров, несколько государственных границ, несколько паромных переправ, что немножко осложняет ситуацию, то есть нужно двигаться очень быстро. Ко всему прочему, я поеду автостопом, ну и еще без денег. Так что пожелайте мне удачи, а я буду стараться держать вас в курсе, как я передвигаюсь и что... И вообще, что происходит со мной в дороге. С Богом!